Короче, ребят, тема такая, что... Можешь поближе встать? Мы сидим с клиентом, работаем, да, и параллельно вот я переписываюсь с девчонками, да, в приложении для знакомств, вот, и... Ну, в очередной раз просто хочу тебе показать, что все на самом деле очень просто. Для того, чтобы выцепить, как бы, девушку, мне лично не надо много сообщений, да, то есть, как бы, вот. На самом деле для них это некий крышеснос, даже в хорошем смысле слова, когда девушкам говоришь сразу: давай телефон. Причем заметь, как я прошу, да, я же не пишу, типа, это там, а можешь дать мне телефон, там, я говорю: давай, пиши свой номер. То есть, так, ну, некий такой директ, как говоря, из компикапа. То есть, потом все при вызвании, как правило, говорят, типа, ты такой быстрый, такой уверенный, там, так далее. Я говорю: то есть, ну, с кем же ты общаешься обычно, да, если... Как бы, там, взять номер телефона девушки, там, является для них проблемой. Сейчас просто ей позвоним, да, я вот, ну, предложу ей встретиться. То есть, ну... На громкой, да? Что? На громкой. Ну, естественно, блядь, на громкой. Позвонить. Зовут ее Александра. Короче, звоним. Звоним Александре. Пожалуйста, остановитесь на линии и перезвоните позже. Тихо, вообще возьмет. Алло, да. Алло, Сашечка, это Вова из Тиндера, привет. Привет. Удобно? А тут там разговариваешь с кем-то? Ну так, да. Слушай, ну я на пару сек, как бы, во-первых, поздороваться, во-вторых, как бы, я считаю, что, ну, нужно голос послушать, да, там, прежде чем делать какие-то... Ну, так, голос погромче говори, пожалуйста. Нужно послушать голос девушки в первую очередь, мне кажется, да? Слушай, голос нормальный, кстати, вот. Спасибо. Смотри, Сашечка, нормальный. Ты вот там очень хорошо выглядишь, да? Мне кажется, с тобой еще и поговорить, наверное, есть о чем, да? Ну, не знаю. Может быть, и есть тебе. Есть. О чем? А, вот так. А тебе не о чем. Не, ну, каждому свое, не всем же самое интересное. Ну, я думаю, наверное, что, как бы, если ты сейчас так адекватно оцениваешь себя, то с тобой будет интересно, потому что обычно девушки там... неумные, они говорят: конечно, я там такая интересная и так далее. У тебя что-то происходит, там какие-то звуки странные в телефоне. Смотри, слушай, ну... Я на улице просто. А, я думал, тебя просто эти пришельцы похитили и едят живьем. Такой звук был. Нет, еще. Еще нет? Вечером, да? Смотри, ну пока тебя пришельцы не похитили, я хочу это, как бы, сделать это вместо пришельцев. Давай мы попробуем где-нибудь на днях с тобой пересечься на полчасика вечерком. Ну, единственное, я просто послезавтра улетаю. Когда ты вернешься? Я, ну, через неделю. А, ты отдыхать едешь, да? Ага. То есть есть все шансы, что какой-то горячий пляжный мачо охомутает тебя, и ты забудешь про меня, да? Да я думаю, все получится. Слушай, тогда надо увидеться завтра вечером. Я что предлагаю? Мы с тобой не будем там долго сидеть, да? То есть я предлагаю поздороваться, да, там приехать на полчасика, где-то чая выпить и... Да, конечно. А если я захочу с тобой долго сидеть? Ну, слушай, если захочешь долго, то, ну, наверное, я подумаю и, может быть, даже останусь. О, да ладно. Воу-воу-воу. Смотри, давай так, давай. Ну, конечно, я тоже шучу, мы вообще оба не такие. Смотри, давай попробуем завтра, рискнем увидеться вечерком, часиков в 9. Как тебе? Ну, наверное, нормально. Давай. Пока не знаю точно, что будет. Да, я знаю точно, что будет. Мы с тобой договоримся, что завтра в 9 я тебя на полчаса заберу. Если у тебя есть какие-то планы, ты просто, ну, полчаса подвинь и все, как бы. Я думаю, что, ну... А что у тебя такой лимит-то полчаса? Нет, я тебе говорю, как минимум, если получится дольше, ради бога, будем общаться хоть всю ночь, то есть, ну... Я просто, смотри, бывает такое, что встречаешься с девушками из сети, а она оказывается на 20 килограмм толще, чем на фотографии, и говорит: я немного поправилась. Вот, то есть нужно же друг на друга посмотреть, как бы. Боишься, что я на 20 килограмм больше, что ли? Боюсь, что на 19,5. Ну ладно, ничего страшного. Ну, в принципе, главное душа, да? Ну, вообще хотелось бы, на самом деле, для этого девушку найти. Вот они приходят в душе, а не в тело. Вот, смотри, значит, Сашечка, я тебя завтра днем набираю, и мы с тобой договоримся, где вечером пересечемся. Ох. Ты прям как на деловой встрече, знаешь. Не, подожди, ну а как еще должно быть? То есть я предлагаю встретиться,
время тебя устраивает, значит, часиков там, в час, в два я тебя наберу, и мы с тобой договоримся, где пересечемся вечером. Ок? Ну, давай. С тебя тогда красивое платьишко какое-нибудь и каблучки. Ну, нет, а что, в скафандре придешь? А что это так, нет, церемонно-то надо? Для чего? Ну, хорошо, приходи в кедах, просто в красивом платьишке интереснее общаться, на самом деле. Нет. Я приду, в чем приду, если ладно, приду. Приходи в водолазном костюме тогда, Сашечка. Хорошо, все, скорее всего так. Завтра я тебя днем набираю. Давай, давай, пока. Договорились, пока. Ага. Ну, как-то так, короче. То есть завтра, естественно, надо позвонить днем. К сожалению, прикол в том, что, или к счастью, что у меня нет времени с ней встречаться завтра ни вечером, ни после вечера. Ну, я просто хотел тебе показать, как все может быть легко. На самом деле, можно было еще короче и легче договориться, но я, как говорится, любитель попиздеть. То есть, вот, ну, давай. Короче, еще одна девушка тут, она, я так понял, с Питера, сейчас позвоним. Вот, надо пригласить, пойдем куда-нибудь в Старбакс. Пригласить ее куда-нибудь, это, покататься. Такое. Сейчас только что было все нормально, сейчас погоди. Значит, один раз уже позвонил, забыл, что хотел снять. Так, сейчас. А то подумают, что я тут чайки кидаю и сбрасываю. Как я. О. Алло, привет, это Вова. Сейчас мы с тобой переписываемся. Удобно? Слушай, но я вообще с уважением отношусь к питерским девушкам на самом деле. Что еще раз? Я говорю, я с уважением отношусь к питерским девушкам, потому что они адекватные, воспитанные, как бы такие добрые. Да, вот. Спасибо большое. Неприятно слышать. Ну, ты ж какая-то. У тебя голос, кстати, очень приятный еще. Вот, слушай, ну, как бы, куда мы поедем кататься, решим, не знаю. То есть, самое главное, с кем, мне кажется, вообще никуда, да? То есть, важна компания. Поэтому, я думаю, мы придумаем, как тебя покатать по Москве. А ты недавно в Москве, что ли, или что? Слушай, ну, я, в общем-то, жила в Петербурге, потом уехала в Таиланд, там полгода пробыла. Ну, короче, ты типичный раздолбай, который годами живет в Тае. Я, кстати, таких людей понимаю, потому что... После Питера с вашей погодой Таиланд, это, конечно, рай на земле, там можно всю зиму там потусоваться. Вот, я сейчас просто Москву узнаю, думаю о том, что я, наверное, хочу переехать сюда жить. Вот. Давай, короче, завтра идем в ЗАГС, потом переезжаешь ко мне. Ладно, ну это мы все решим, на самом деле. Мне нравится твое чувство юмора. Смотри, значит, сделаем так. Я единственный, что вот эти три дня работаю с утра до вечера где-то, но... Мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем поздороваться там буквально на полчасика, да, если как бы, ну, там, понравится, то есть на следующий день договориться встретиться. У тебя вот сегодня в 10, допустим, какие планы? Сегодня я иду в маяк с друзьями. Хорошо, во сколько ты идешь в маяк с друзьями? Об этом не знаю, потому что зависит от подруги, там она собирается. Значит, смотри. Я думаю, сегодня и завтра у меня все очень расписано, как, впрочем, в воскресенье, может, в понедельник. Давай на воскресенье, я, допустим, тебе до этого времени еще буду звонить, и мы будем с тобой что-нибудь там друг другу хорошее говорить. Мне кажется, это очень актуально. Алло. Да, да, хорошо. Да, смотри, значит, примерно тогда на воскресенье вечер, да, то есть, а я тебе до этого времени еще там наберу пару раз и поболтаем, ладно? Да, конечно. Все, ну у тебя, кстати, очень классные фотки, скидывай себя, как там тебя найти ВКонтакте или где-то еще, как бы... Ну там Facebook. В Фейсбуке? Можешь или ВКонтакте можешь найти, да. Лучше, если можешь, то скинь этот ID, ладно? Хорошо. Все, ну надеюсь, до скорой встречи. Ты такая, как бы, ну, с виду очень приятная девушка. Спасибо. Все, давай, на связи. Да.